Кто вы? Именем эмира Бухары откройте! Что вам надо? Нам нужен Ибн Сина. Эмир повелел доставить его во дворец. Ага. Что случилось? Хусейна требует во дворец. Зачем? Не знаю. Уж не причинил ли он какого-нибудь вреда эмиру своим лечением. Я ему сколько раз говорил: сын мой, тебе рано быть лекарем, ты еще молод. О, Аллах, смилуйся над ним, пощади нашего сына. Он опять просидел над своими книгами целую ночь. Хусейн, уже утро. Да проснись же. Вставай, сынок. Уже рассвело. Это гонцы эмира. Он прислал их за тобой. За мной? Что же случилось? Неужели мои лекарства не помогли ему? Сынок, сын мой! Не тревожьтесь, мама. Я скоро вернусь. Зачем зовут меня к эмиру? Не знаю. Ты что так долго собирался? Иди вперед! Иди! Быстрее! Он лечил нашего эмира и, наверное, что-нибудь напутал. Я так и знал, что науки навлекут беду на его голову. Повелитель мой, Ибн Сина здесь. Подойди ко мне. Встань. Вы видите, я здоров, болезнь покинула меня. Меня вылечил этот юноша. Ты настоящий лекарь, Ибн Сина. Твое искусство вернуло мне жизнь, и я хочу тебя наградить. Выбирай, что тебе угодно. Караваны верблюдов, рабов и наложниц, бриллианты, золото, сапфиры. Твой мир милостив и щедр. Говори, я жду. Проси, не бойся. Если высокий эмир допустит меня в свое хранилище книг, то этим он окажет мне самую великую милость. И это все? Что ж, немного. О, светоч знаний Чигани! О, достойнейший Чигани! Вы оказались пророком. Сегодня утром я видел того юношу, о котором вы говорили, сына Абдулы. Его увели во дворец, и я своими глазами видел, как его повесили. А что я говорил тебе? Я знал, чем все это кончится. Да-да, его лекарства причинили вред здоровью нашего эмира. Вот к чему приводит самонадеянность юности. Видит Аллах. Этому юноше вы будете давать любые книги, какие он захочет. Таково желание нашего повелителя.